попробовать в игру Left to Survive. Прохождение сюжета регион 6. Пока... А, он быстро скачается. Пока он скачивается, там заберу ресурсы, которые здесь есть. К сожалению, в магазине, карнавальном магазине, ничего пока прикупить нельзя, потому что я в турнир не играю, и, соответственно, жетонов у меня нету. Ладно. Компания уже скачалась, и начинаем прохождение. Кстати, там, по-моему, был, пока там все подгружается, сундук еще. Бесплатный сундук. И на всякий случай надо заглянуть в предложение, вдруг что-нибудь снова предлагают. Нет, ничего не предлагают. Халявы не предвидится. Пошли отсюда. А, тут еще какой-то ящик. А где? Где? Что? Вот. Окей. Изолента тоже пригодится. Квест завершен. Понеслась. Погоня без конца. Республика забрала Вейлана в туннеле и началась погоня. А вот он и Вейлан, собственно. На третьей миссии, да, он уже будет с нами. Хорошо. Давайте спасать Вейлана. Республика заполнила туннели тысячами зомби. Они готовы на все, чтобы не дать Вейлану попасть в чужие руки. Монстры с горящими глазами. Их тоже создал Вейлан. Без сомнения, но не будем отвлекаться. Только Вейлан знает, как спасти жизнь нашей планете. Только не старый. Только не строй из себя гуманиста. Я слежу за тобой, Салливан. Так, этому в плечо надо. Этому в голову, этому в голову, этому в голову. Он там сам вообще окочурился, даже не знаю почему, потому что кровотечения вроде нету. Красавчик какой. Привет. И тебе привет. Так. Вылезаем потихонечку. И ты вылезай. Вот так вот. Больше не потанцуешь. Ой, он там завис. Он брейк, нижний брейк делал. Вообще иногда забавно. Забавно они подвисают и выполняют интересные акробатические этюды. Так, опять в плечо, да? В плечо, этому не в плечо, этому в плечо, этому не в плечо. И этому не в плечо. По спине, у него бронежилет там. Я ему в спину попал, а у него бронежилет вообще. Так, плечо, плечо, не плечо. Привет. Вот так вот. Мяско на разогреве. Так, кто у нас тут еще? Пузика. Пузика. Плечо. И все. Отлично. Всех победили, всех раскидали. Мне сообщили, что Вейлана переправляют на аэродром. Оттуда он отправится на гору Шейен. Шейен. Я должен его заполучить. Рик, дорогуша, ты забываешься. Вейлан не твоя собственность. Мы распорядимся им вместе. Так, ну хорошо, давайте сначала его заполучим, а потом уже будем распоряжаться. У нас тут встреча с Создателем. Сражайтесь с Республикой, чтобы захватить Вейлана. Не люблю я Республику, а некоторые этапы там довольно-таки такие сложноватые. Смотрите-ка, солдат Республики, какие-то наемники, которых Вейлан наверняка завлек обещаниями иммунитета или вечной молодости. А если
в Мартина случайно угодит пуля, я не расстроюсь. Возьмем его живым, я устала от безрассудных расправ. Давайте хоть иногда притворяться, что живем по закону. Так, отлично. Где кто, кто, кто где? Кто где? Ой-ой-ой, ты чё такой суровый? Кто у нас еще тут есть? Ракетчики или кто-нибудь, кто-нибудь? Ракетчик, да, я понял. Окей. Первым делом ракетчик, а потом уже с тобой разберемся. В спину тебе вот так вот. Я безоружен, я бедный ученый, которого все используют. Не стреляйте, умоляю. А где он? Мы не стреляем, ты где? Окей, там то ли ракетчик, то ли снайпер, ракетчик. Ну а тебе мы вот такой вот привет передаем. Ух ты, как он вообще до потолка подпрыгнул. Ничего себе он спортсмен. Месамис, друзья мои, спасители, спасибо вам. Республиканцы заковали меня в кандалы, они заставляли меня делать ужасные вещи. Да ладно. И ты нам все расскажешь, когда мы тебя вытащим на поверхность. О, конечно, Бен сэр. А что, у вас есть замен? Куда он вообще лезет? В наручниках его заковали, а он еще и торгуется. Мы сохраним тебе жизнь. Как тебе такая награда? А ты, я, кажется, узнал голос. Салливан. Заткнись, мы никогда не встречались. Вы что, серьезно ему верите? Он убил миллиарды людей. Да-да-да, подозрительно все это, подозрительно. Наука зла. Вы забрали Вейлана Унер, но опасность не миновала. Да, мы не думали, что опасность миновала. Ну давайте, да. Так, я вспомнил, ты, Салливан, был младшим помощником в пыточной НЭР, а ты попробуй догадаться, командир конфедерации? Какое благородное прошлое. Что еще вы нам рассказали? Для справки, я никогда не был младшим помощником, и пытки водой это даже не пытки. Их практиковали еще в старых Соединенных Штатах. Отлично ты защищаешь себя, Рик. Какие еще признания мы сегодня услышим? Конфедераты, например, выпускают пленных на болото с аллигаторами и делают ставки, кого сожжут первым. Он лжет. Это признали незаконным везде к северу от Флориды. Так, 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 так. Не надо нам тут левиафанов никаких. Никаких левиафанов. У нас тут тяжелая артиллерия подоспела. Перезарядка. Не надо к нам подходить вообще, это опасно. Это опасно вообще, и мне тоже опасно. И мне в первую очередь опасно, не надо к нам подходить. Как он ревет, а? Зарычал прям. Так, а почему перезарядка не сделалась? Пузика, привет, и тебе привет. Ну, я думаю, вот так вот. Почему-то двоих не захватило, только одного. Серьезно? Ну ладно. Да ладно. Распрыгался, молодой. О, он прям с одного выстрела слег вообще. Как-то необычно и неожиданно. Ну, это хорошо. Держите Вейлана в наручниках, ему нельзя верить. Как хотите, но если освободите, я покажу короткий путь через туннели. Хитрюга. Ну ладно, давай, показывай. Капкан с монстрами. Мартин Вейлан предлагает помощь, но доверять ему нельзя.
Да, вот такие вот нападут. Жуть. Как спать потом? Вейлон, даже не пытайся меняться ролями и судить нас. Мы все знаем, что ты совершил. Вы думаете, что знаете? Думаете, я заразил всю планету? Я могу рассказать, кто это сделал, но не стану. Не спеши, дружище, придумай историю получше. Допустим, я виновен. И кто станет судить меня? Гаагский трибунал? Вы не найдете в Гаге ни одного живого. Вы Гагу-то не найдете. Молодец, Вейлон. Вейлон, молодец. Так, а тебе в плечо вот раз и все. И ты откинулся. У. Надо вот так вот. Все, всем приветы. О, у нас там взрывающийся зомби. А мы отвлечемся пока вот на этого. Ну и в принципе. А, еще один, да? Перезарядочку, срочно перезарядочку. А, плюс. Не, не плюс, надо просто этого разбить, а теперь вот так вот плюс. Кто где? Привет. Пам-пам-пам. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Все. Присядь на коленочку-то. Не присаживается. Вот, присел, все. И сразу по лысине. Так, что у нас дальше? Красиво вообще, я не знаю, текстурки нормально все. Не знаю, нравится мне дизайн. Знакомое место. Солдаты республики спрятали здесь мое оборудование. Надо его достать. Оборудование, снова оборудование. Опять будут сейчас ящики таскать, да? Инструменты разрушения. Вейлон ведет вас к будке, где спрятано его оборудование. Это будет жутко. Сплошные вообще зомбари ужасные. А, надо забрать мое оборудование, мои уникальные приборы, которые никто теперь не производит. Они в ярко освещенной будке, около рельс. Ну да, дай-ка угадаю. Приборы, превращающие людей в зомби. Прогресса без жертв не бывает. Как же ты сам выжил, когда вокруг столько прогресса? Да, хороший вопрос на самом деле. Тут прогресс на прогрессе вообще прогрессом погоняет. И за прогрессом бежит. Один прогресс прыгает, другой прогресс ползает. И тут еще он бегут. Тоже прогресса. Там-там-та-там-там. А тут надо переключиться. Срочно, 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 срочно. Срочно переключиться. Так, и обратно переключиться. Переключиться вот так вот и вот так вот. Все, нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. На. Не все, да? Ну ладно. Там еще он, прогресс образовался. Прогрессируют они. А, привет. Так, и ты нам не страшен, и ты нам не страшен. И вы все нам не страшны. Как она приземлилась неудачно. Неудачно. Я заполучил все, что хотел, но я слышу, как к нам приближаются наши давние друзья, солдаты из Республики Дуновую Мондел. Не знаю, как правильно это прочитать. Ну, в общем, короче, республиканцы, да, какие-то. Так, бегите оттуда сейчас же. Ну, мы вроде как, да, уже ноги делаем. Ничего себе, они там все такие проапгрейженные.
Республика отчаянно пытается вернуть Вейлона, засада. Ну, как-то тут засада на засаде, тут без засад не обходится, так что... Ничего, в принципе. Эти солдаты, они пришли за тобой, меня они не тронут, но я могу показать тайный ход, просто сними наручники. Даже не думай верить Вейлону, он предаст тебя при первой же возможности. Так, а у нас здесь... Ну вот этого, наверное, вот этого и вот этого, да? Так, ой-ой-ой-ой-ой, а он меня достанет здесь или не достанет? Вроде не достает, да? Все, отлично, отлично. Отлично, он, главное, не достал меня. А это самое главное. Они вроде не снимают у меня вообще ничего. Очень странно, но ничего вообще не сняли. То ли я подлечился так хорошо, республика отсюда так просто не уйдет. Они ведут в туннеле своих самых страшных отродий. Они нас всех убьют. Освободи меня! Согласны, выбора нет. Сними с него наручники. Свобода, отлично, позабавимся. Так, ну что ж, раз будем забавляться, значит, надо как-то приготовиться, да, к забавам Вейлона. А это у нас предпоследний уровень, да? Хорошо, свобода или смерть. Вейлон свободен, и он обещает показать короткий путь домой. Это мы сейчас и проверим, что там Вейлон нам покажет. Хотите, чтобы я помог вам с вирусами, которые создает НЕР? Первое условие. Выведите меня из туннелей. Второе. Мне нужно оружие. Третье. Мне нужна лаборатория. И подопытные. Больше подопытных. Красота. Я еще тебе эклеры в подарок приготовлю. Пожалуйста, пирожных с лавандовым кремом и бутылку Розетео. Не знаю, как опять правильно это читается. Этот тип не станет сотрудничать. Давайте убьем его прямо сейчас, пока он не натворил еще больше зла. Впервые соглашусь с Джесси, не будем никого убивать, дадим Вейлону шанс искупить вину. Так, почему я все время... Да, я... Все время машу тесаком, потому что начинаю с пробела. Если я буду начинать не с пробела, то я буду просто стрелять. Я просто против солдат НЕР не хочу начинать со стрельбы, ну как бы сразу обнаруживать себя. Не надо бегать. Бегать запрещается. Бегать запрещается. Привет, пузика. Привет, плечика. Привет, армированный. Он по пузику стреляй, не стреляй с расстояния. Ничего не помогает. Злодей взял и укусил. Но у нас Вейлон тут есть. Так что Вейлон поможет. Вейлон нам поможет. Ничего страшного. Ну что ж, вроде... Видишь, я показал тайный ход. Стоило с самого начала доверять мне, а не грубой южанке Ван Рои. Вот что у тебя на уме. Хочешь нас поссорить? Ну, в принципе, он и это может, конечно, сделать. Подлюга. А вот это что за награда? Что это за награда? У нас строитель, что ли, появится? Я не понял. Ну ладно. Так. Он сбежит с дня строителей и будет у нас это строить. Так, слушайте, что я скажу. Я заберу Вейлона на свое убежище, там он продолжит исследование. И никто не будет знать, где он, кроме меня. Рик, ты всегда был скользким типом, но это даже по твоим меркам слишком. Не смей отталкивать меня в сторону. Вы обещали доступ к исследованию Вейлона всем выжившим, помните? А вы смешные, я что, согласился на вас работать? Вы будете делать, что я скажу. Во-первых, вытащите меня из этих проклятых туннелей. А он молодец. Да-да-да, я даже не мог сюда повернуть оружие. Он там прикусил меня.
Так, что-то заедает автомат. Надо бы переключиться вот так вот. Давай вот так вот сделаем. И тебе вот так вот. Привет. Не вылезай, не надо. Ага, все, окей, вот это вот. Не надо, не надо. Ну ладно, один разок можешь. Немного ты и снял. Привет. Так, это неприятно. Это неприятно. Все-таки снайперская винтовка не самая лучшая против ближнего боя, это уж точно. И это даже мне понятно. Так. Но у нас энергии полно, так что ничего страшного. Они все-таки здесь слабые. Ну, надо вот так вот, наверное, разогнать их немножко. Все, отлично. Он споткнулся там. Пузико, не вставай. А, тут еще полезли, да? Ладно, хорошо, давайте. Вылезайте уж сразу все. Сколько вас там набралось-то? Давай-ка вот так вот с тобой, красавчик, поступим. А, у меня кровотечение есть на винтовке. Ну, это хорошо, смотри, как получилось удачно. Так, бедные мертвецы, так жаль, что они оказались агрессивными. В любом случае, я готов дать вам следующее задание. Ну, какой красавчик. Оливер Пальмрот. Я буду давать вам задание. У меня с самого начала был план. План, в котором ни нам, ни Рите не осталось места. Вы можете уже перестрелять друг друга, чтобы мы могли перейти к вопросам посерьезнее. У республики есть лаборатория на горе Шайен. Нам надо туда проникнуть. Шайен — неприступная крепость. Поверьте, я там был. Мы отправляемся в Колорадо. И это не просьба, это приказ. Хотите, чтобы я вам помог? Делайте, как я скажу. Ну что ж. Такой вот у нас... вспыльчивый Вейлен, и доступен новый выживший, Оливер Пальмрот, защитник, которого нужно на самом деле куда-то вообще поставить. Увеличивает очки здоровья башни, увеличивает урон башни. Соответственно, он идет на какие-то башни, да, у нас. Но увеличивает урон башни, соответственно, надо на зенитке... Так, на зенитке уже кто-то есть, и тут на зенитке есть... Надо на ракетницу тогда сажать на какую-нибудь 13-е, 15-е. Ну, давайте, пусть вместе вот с этой сидит. С подругой веселее будет. А регион 7 у нас пойдет на следующее видео. Ну что ж, компанию регион 6 мы прошли. Награды какие-то тоже забрали. А, там награда за то, что я прошел кампанию. Здесь вроде как ящик, наверное, какой-то появился. Бесплатный ящик, долго играл. А, ну что ж, и всем спасибо за просмотр. И до следующих видео. Всем пока!